7 полезных продуктов для вашей печени. Первый. Свекла. Исследования показывают, что свекольный сок может помочь защитить печень от определенных классов канцерогенов. Некоторые антиоксиданты, содержащиеся в красной свекле, обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами. Брюссельская капуста. Увеличивает уровень детоксикационных ферментов в печени и легких. Глюкозинолаты – это уникальное соединение, содержащееся в овощах семейства крестоцветных и участвующее в ферментативных реакциях, которые защищают печень от канцерогенов. Брокколи. После употребления брокколи у пациентов улучшались печеночные пробы и уменьшалась вероятность неалкогольной жировой болезни печени, а также опухоли печени. Грецкие орехи. Содержат аргинин, снижающий уровень токсинов. В борьбе с отравлением часто используют медпрепарат, содержащий аргинин, а в грецких орехах он в чистом виде. Орехи – кладезь жирных аминокислот, которые крайне важны печени. Они поддерживают нормальное функционирование органа и помогают ему самочищаться. Зелень. Эта группа включает листовую капусту, шпинат и зелень. Они наполнены антиоксидантами, защищающими организм от опасных свободных радикалов. Недавнее исследование показало, что потребление сырого шпината значительно снижает риск заболеваний печени. Овсянка. Полезна для восстановления печени благодаря бета-глюканам, специальным соединениям, природным полисахаридам. Согласно данным, бета-глюканы модулируют иммунную систему и борются с воспалением. Оливковое масло. Снижает риск жировой болезни печени и защищает ее от оксидативного стресса.